такой был древний философ, стоик, наверняка вы слышали. Эпиктет говорил следующее. Нужно избавиться от тревог о завтрашнем дне и от беспокойства о прошлом. Эпиктет предлагал совершенно абстрагироваться от этих двух вещей, так как ты ничего не можешь сделать. Будущее еще не наступило, оно не в моей власти, говорил Эпиктет. А прошлое уже прошло, и оно меня не беспокоит. Мои действия находятся всегда в настоящем, и поэтому меня заботит только настоящее. Влиять я могу только на настоящий момент, поэтому все мое существо находится здесь, в этом моменте.